Добрый день, добро пожаловать в новый влог. Вы знаете, у нас сегодня будет совсем-совсем простой влог. Просто покажу, как проходят наши будни, чем мы занимались тут с Катюшкой. Вот, сейчас мы идем по парку Сокольники. У нас тут такая вот снежная всякая красота. Ребенок идет по снегу, она дорожки расчищенные в парке не принимает, в принципе, как класс, идет только по снегу. Зой! Вот человек, сразу видно, мой ребенок обожает, в смысле не мой, а наш Стёма ребенок обожает все такое снежно-прикольное лазание. Надо тебя на сноуборд дочь ставить. Да? Будешь на сноуборде кататься? Да. А впереди у нас в парке Сокольники, видите, такая красивая аллеечка, сейчас чуть-чуть приближу. Мы, к сожалению, пока еще вот так, чтобы прицельно новогодние украшения в Москве не изучали, так что-то, знаете, временами, время от времени ловим. Вот хотим сегодня вечерком пойти посмотреть на елку у нас на районе, она очень красивая. Мы вышли на эту аллею, здесь вот такие вот, видите, контуры фигур. Я так понимаю, что они сделаны в духе оттепели. А здесь наверху такие вот звездочки, диско-шары под снегом. Наверное, ночью это все смотрится эффектно. Обычно на Новый год в Москву, конечно, стараются, как я понимаю, украшать всяко-разно, по-разному каждый год. Но вот я читала новости, что в этом году в связи со всеми событиями будут использовать те украшения, которые остались с прошлых лет. Вот. Я не уверена, но, по-моему, вот эти вот все новогодние декорации в крупных городах, они берутся где-то в аренду и курсируют из года в год в разные города, грубо говоря, одни и те же. Вот. А в этом году вот Москва будет обходиться своими силами, будут использовать то, что уже имеется. Смотрю, здесь в Сокольниках есть такая штучка. Видите, вот такой куполочек, луковка и дрова. Такие обычно ставят на курортах. Ну, и в парках, да, чтобы подойти сюда и погреться. Вечером здесь разводят огонь, и каждый желающий спокойненько может подойти и просто постоять, отдышаться и пойти дальше гулять. В такую снежную погоду это, конечно, волшебно. А вот мы заходим на главный круг в Сокольниках. Есть такие вот замечательные украшения в стиле, фигурки в стиле 19 века, в духе 19 века. Там вот елочка. И карета. Катюшка в своей карете едет. Пойдем посмотрим. Карета. Дочь Золушка у меня. Ах, какая девочка. И вот там основная красота. Ой, ну вечером хорошо здесь, думаю. Хочу поделиться с вами идеей для упаковки подарка. Правда, сразу скажу, что это очень сильно как бы на ценителя и на любителя. Но у меня вот такой вот формат. Нашим московским приятелям, двум семейным парам, о которых я уже говорила тут, я буду собирать две вот такие коробочки. Я их купила на почте России. Стоимость одной коробочки 125 рублей. Вот одну коробочку я уже собрала вот здесь вот. Она вот такого небольшого размера, но, знаете, это как раз идеальный размер, чтобы собрать такой, как бы, скажем, подарочный бокс. И как я это дело буду оформлять? Также на почте я взяла вот такие вот телеграммы. Возможно, вы видели у меня их на адвент-календаре. Коробку я покупала на получении, по-моему. А телеграмму брала бесплатно в каком-то другом, в общем, отделе почты. Если вам это вдруг интересно, лучше спросить, потому что, по-моему, они в каких-то разных отделах там продаются, раздаются, в общем, неважно. Смысл какой? Вовнутрь я положу подарок, я вам попозже это покажу, а коробочку саму я буду оформлять так, то есть я вот эту вот телеграмму приклею сверху, и тогда вот этой штучки видно не будет, вот этого поля, да. Но кроме того, мало того, что я напишу здесь кому что и так далее, я хочу оформить вот именно этот листок, знаете, в таком новогоднем стиле. Сейчас я подумаю, как мне это лучше сделать, может быть, какую-то там веточку с шариком нарисовать. И в конце я это все либо перевяжу ленточкой красной, либо веревкой, посмотрим, как будет более празднично. И хочу немножечко
немножечко вот здесь вот тоже коробку оформить, чтобы было по красоте. Вот, так что пойдемте оформлять. Я в процессе раскрашиваю тут свои коробки, одну раскрасила. Хочу поделиться опытом с теми, кто вдруг захочет тоже повторить мою идею. Вот здесь вот у этих коробок Почты России есть, помимо вот этого основного язычка, который, вот видите, сюда так в паз заходит, вот в общем, вот в этот вот. Вот здесь были еще два язычка, которые защелкиваются вот сюда, и все, и коробку уже не открыть, ее можно только разорвать. Поэтому если вдруг вы на подарок, то отрезайте эти язычки, так будет удобнее и вам работать с коробкой, например, ее раскрашивать и открывать тем, кто будет ваш подарок принимать. У меня вот эта коробка испорчена, все просто. Буду использовать ее для других целей. Придется идти докупать. Вот, значит, краешки я сделала, и теперь нужно мне поработать с моим дном у этой коробки. Сейчас я ее открою. Здесь у коробки еще есть вот такие вот крылышки. Они не очень удобные, не очень симпатичные. Я думаю, я сейчас так чик-чик-чик и отрежу. Оставлю, может быть, пару сантиметров. У этой коробки вот такое дно. И я думаю, что, наверное, я его прикрою просто обычной пекарской бумагой. Поскольку у меня такая получается как бы крафтовая коробка, никакой особой тщательности мне не нужно. Наоборот, мне кажется, чем проще, тем будет эффектнее. Ну что, первая коробочка готова. Вот так она выглядит. Все супер. Когда ленточкой перевяжу, будет прям вообще классно. И сейчас пойдем на почту. Катюшка проснется за второй коробкой. Открываем. Что у нас здесь? Открыточки. Будут коробочки, они будут чуть-чуть разные. Вот этим ребятам пойдет вот эта открыточка пойдет во вторую коробку, потому что у них там песик есть дома маленький. Лошадку чудную гномики Катюшки принесли в какое-то из прошедших дней, я уже не помню. Вообще она была в коробке с новогодним мема, и она была как бы заготовкой, и вот гномики раскрасили акриловой краской, зеленой, красной и бронзовой ее, и приделали красную ленточку, покрыли сверху лаком для акрила, и получилась вот такая лошадка в таком несколько, знаете, винтажном духе, как будто бы из начала века, откуда-то 20-го. Еще одно довольно такое, знаете, типичное дело новогодних, предновогодних будней – это ежедневная уборка. Я не знаю, как у вас, у меня это ежедневная уборка вот сейчас круглосуточная, мне кажется. У меня есть две основные уборки, когда Катюшка уходит спать на дневной сон, и уже на вечерний, тогда я довожу квартиру, стараюсь, по крайней мере, до более-менее сносного идеала. Но в остальном, конечно, это постоянный круговорот
вещей в квартире. Мы сейчас очень много ходим на дни рождения, детские праздники. Вот недавно в цирк ходили, у нас была елка в нашей школе, и постоянно что-то достается, убирается, плюс адвент-календарь, появляются какие-то новые безделушки, цветная бумага, например, Катя все это режет, опять же, новогодняя атрибутика, что-то чуть-чуть докупается и так далее и тому подобное. Вообще, за что я люблю декабрь, так это за то, что все, что в доме появляется, можно смело положить под елку и думать о том, что все-таки это твои подарки. В частности, вот там и Тёмины подарки на день рождения лежат. Я это место очень люблю. Оно у меня такое каждый год. Но, конечно, перед праздниками, непосредственно перед Новым годом, 31 декабря, я стараюсь все-таки место под елкой освобождать, потому что 1 января утром Дед Мороз приносит туда Катюшке подарок под елку. Сегодня у нас суббота, Катюшка с папой вышли на прогулку, и вот у меня есть возможность внепланово навести порядок. Хочу вам сказать, что это еще не самое страшное, что у нас бывает в декабре, но я хотела бы отметить, что, конечно, беспорядка не может быть праздничного настроения, поэтому именно в декабре, когда уже стоит елка, я стараюсь особенно, потому что, в частности, елка тоже добавляет некоего такого, знаете, хаоса во всей этой прекрасной новогодней атмосфере. В декабре обычно я не только упаковываю подарки, но еще и их получаю вместе с Тёмой. Ему друзья подарили на день рождения робот-пылесос. Это наш, ну, практически первый робот-пылесос. У нас раньше его не было, это не случайно. Я глубоко убеждена была в том, что он нам не нужен. У нас была возможность пожить на одной съемной квартире с роботом-пылесосом. Целый месяц мы с ним существовали. И я могу сказать по тому опыту, что вот конкретно моей семье, конкретно мне он не был необходим. Но поскольку нам его подарили, значит, Вселенная посылает мне какой-то знак, мол, Таня, сними с себя дополнительную пылесосную нагрузку. Мы его поставим на кухне, где у нас чаще всего бывает на полу много крошек после еды. Там мы его поместим. Ой! Наша квартира, она совершенно не приспособлена для того, чтобы он ездил по ней, пылесос этот. Сейчас я ему подкину пару звездочек, интересно, засосет. Вот, засосал. Молодец. Так. О, увидел фортепиано, не стал в него врезаться. Это хорошо, потому что оно лаковое, на нем могут оставаться, ну, следы, порезы. Так что я рада, что он не будет трогать наше фортепиано. Ну и куда же ты, дружок, поедешь? Интересно, у него должна быть вторая щетка с другой стороны? Мне кажется, что нет вроде. Вроде как раз такая она для углов, насколько я могу понимать. Вот сейчас он попадет. Я на самом деле только что пылесосила. И будет интересно посмотреть, что он сам выпылесосит после меня. И вообще, как собирает мусор. Я вижу там бусинка. Пусть... А! Врезался. Пылесос решил нас бросить. Уехал в темноту куда-то. Эй, пылесос, возвращайся. Знаете, я хочу сказать, что это очень футуристично для нашей сталинки, чересчур. Вот наша сушилка и вот этот вот робот-пылесос, они совершенно к этой квартире не подходят. Совершенно. Завтра гномики подарят Катюшке кое-что интересненькое из адвент-календаря. И давайте вместе с вами тихонечко посмотрим, что это будет. Гномики немножко передислоцировались, и теперь они приносят, как и в прошлом году, записочки Кате вот в этот домик. Я его делала по мастер-классу Ирины My DIY.
Live. Я знаю, что многие мои зрители смотрят канал Ирины. Большое ей спасибо за вдохновение и за идеи. Так, смотрим, что здесь. Шоколадка. И вот такие вот три билета в московский цирк. У гномиков уже не хватает сил все билеты разукрашивать, поэтому я вам показываю самый интересный. 100 рублей – это не цена этого билета, это я так просто наобум написала. Но вот такой вот интересный подарок, и я хочу показать вам наш московский цирк, куда мы ходим, на Вернадского. Пошли получать подарок. Катюш, покажись. А там что внутри? Какой подарок? Купончик дали, да? Интересно, что там. А, давай откроем. Давай пойдем на места сядем и откроем, хорошо? Ну, Пихоль, давай зайдем. Катюшка, маленькое интервью. Как тебе цирк? Нравится. Нравится? А что ты ешь? Маршмеллоу. Маршмеллоу? Да. Из твоего подарка? Да. Папа за водой у нас пошел, да? Да. Я тут потихоньку начинаю упаковывать подарки. Я купила в фикс-прайсе несколько наборов вот такой вот бумаги. Она как бы вся из одной серии, одной толщины, такая голографическая. Мне показалось, это будет очень прикольно в тему нашей довольно разноцветной елки. Мне нравится такая бумага. Если Тёма что-то захочет мне подарить, он тоже может воспользоваться этой бумагой. Знаете, Тёма очень любит дарить подарки, делать сюрпризы, но у него всегда проблемы с упаковкой, как мне кажется. Он все время просит меня купить упаковку. Один подарочек я Катюшке уже упаковала. Вот так вот, видите, это все выглядит довольно симпатично. И там внутри барабан. Его нашел Тёма. По-моему, на Озоне мы его заказывали. Я решила его подарить в связи с тем, что у Катюшки в школе были репетиции, и она была на детском празднике барабанщицей. Даже я могу вам вставить, показать несколько кадров. Самые маленькие детки, малыши, у них не было слов, но вот они были барабанщиками. И ей что-то так это все понравилось, что мы тоже вот решили ей купить классный барабан. Он такой неплохой, и потом, если что, останется интерьерным. Также я ей подарю большой набор, Дед Мороз подарит ей большой набор пластилина. Здесь 40 цветов. Она в последнее время стала, знаете, увлекаться объемными искусствами, типа вот лепки. И я решила, что, наверное, да, я не буду этому сопротивляться. Но я добавила туда... Сейчас покажу, что... Ой, девочки, извините. Добавила туда вот такую вот доску для пластилина. Она не очень большая, но, может быть, этого будет достаточно. А если недостаточно, то будем думать над каким-то иным вариантом. Заказывала ее на Озоне. И, кстати, тут в наборе два стека. Мне
мне пришел один, упаковка была порвана. Я не проверила, и вот, ну, ничего страшного, мы все равно ими, скорее всего, пользоваться не будем, поэтому я, знаете, даже так, даже вот вспомнила об этом только сейчас, когда увидела. И еще в качестве подарка ей будет большой автобус на радиоуправлении. Вот этот автобус, он довольно большой, но не настолько большой, чтобы я его возненавидела через месяц. Нужно будет еще нам докупить батарейки. Вообще у нас доченька, она большая любительница именно вот таких вот технических штук на колесах. Никогда она не играет с куколками, домики ей не интересны. Ну, хотя вот я сейчас себя в детстве тоже вспоминаю. Мне тоже не особо было интересно играть в домики. Я вот, например, больше любила конструкторы и строить. В общем, мы с мужем поддерживаем ее интересы, но было, конечно, довольно сложно подобрать подарок маленькой девочке на 3,5 года. Я не знаю, понравится ли ей или нет. Вы знаете, нашей дочке может понравиться, как, не знаю, как чек из магазина, так и большая хорошая игрушка. Поэтому мы без всякой надежды на эмоции просто выбираем подарки методом проб и ошибок. У нас замечательный зимний, по-настоящему зимний вечер в парке. Народу уже нет, сегодня будний день, все дети с родителями уже разошлись по домам. Мы вот с Катюшкой тут развлекаемся. Впервые, кстати, за очень много месяцев мне кажется, мы тут последний раз осенью были перед отпуском. Вот пришли посмотреть на всякие новогодние классные украшения. Пришли на детскую площадку, а тут знаете что? Здесь вот эти вот хлопушки, и они здесь везде, по всем аллеям. И Катя их обожает. В общем, пока мы все вот эти вот хлопушки здесь не соберем, я чувствую, что отсюда мы сегодня не уйдем.